Знаменитое озеро в Шымкенте вновь наполнится водой. В мегаполисе решили провести реабилитацию водного объекта. Уже приступили к очистке дна. Это искусственное озеро было создано еще в 19 веке как ирригационное сооружение. За долгие годы объект претерпел изменения не в лучшую сторону. А в последнее время озеро перестало быть городским украшением. Сюда не поступала вода. В рамках проекта «Бюджет народного участия» горожане приняли решение возродить это место. Ведь у многих оно до сих пор ассоциируется с теплыми воспоминаниями из детства. Мы еще маленькие дети были, здесь автобусы ездили. Мы на автобусах приезжали, тут купались, потом мороженое поедим, советское потом, и назад уезжали. А потом какое-то время все это забросили. А кругом одна вот здесь осталась разруха, какие-то лужи мелкие, а прям чтобы что-то хорошего сейчас здесь вообще не осталось. Раньше, помню, и лебеди здесь, и всякая живность водилась. Мне очень нравилось оно. Не знаю, что сейчас будет, но тогда было замечательно. Озеро, остававшееся бесхозным в течение многих лет, сейчас перешло на баланс управления развития комфортной городской среды. По словам специалистов, предстоит большая работа по восстановлению водоема и благоустройству его окрестностей. Помочь в этом решили местные предприниматели. Осы жылдан бастап гүлзарлардын саны арта бастайтын болады. С этого года количество скверов в Шымкенте начнет увеличиваться. Сейчас у нас 10 парков, 44 сквера. На работы по восстановлению этого озера пока не тратятся бюджетные средства. Работу ведут за счет спонсоров. По проекту предусмотрели прогулочную зону, озеленение, освещение и фонтан. Но сначала предстоит вывести весь мусор, который тут копился годами. Горожане надеются, что новая жизнь озера на этот раз не будет короткой. И в мегаполисе вновь появится замечательная зона отдыха. Но для этого, как показало время, за состоянием объекта нужно постоянно следить.